Салам алейкум. Добрый вечер. Еще раз хочу, значит, какие-то ключевые вещи сказать, что три тура и все, что могло негативно сказаться на Новобахоре за эти три тура, сказались. Нелепые голы, которые залетают в наши ворота. Человек просто подставляет голову неимоверным каким-то, значит, под крутами, я не знаю, залетает в наши ворота. Но чемпионат только начался. Вот, чемпионат только начался. Я думаю, нужно набраться терпения. Команда, дух, игра, желание огромное есть. Ну вот непонятные вещи творятся. Вот, не забиваем в простых ситуациях или же пропускаем. Вот, ну, три тура прошло. Глубокий анализ будет сейчас. Есть небольшая пауза. Дни ФИФА. Думаю, что проанализируем. Об игре вообще не хочется ничего говорить. Просто мы должны команду уровня Буньоткора при всем уважении просто обыгрывать. Вот и все. Ну, действительно, повлияла ситуация. Во-первых, состав они полностью поменяли. Несмотря на то, что и те предыдущие две игры Буньоткор играл неплохо, просто тоже ошибки были в обороне. А по качеству игры, то, что касается в созидании, было... Ну, стройная команда, знала, что делать, играли в прессинг, создавали моменты и в Андижане, и здесь с Кызылкумом. Вот мы готовились к одной команде, а вышли ребята, на которых абсолютно ничего не дают, психологически играли вольную. В первом тайме мы виноваты в чем, что мы не создали давление, чтобы эти мальчишки ошибались. Поэтому мы в первом тайме можно просто забыть и не вспоминать эту игру Новобахора. Ну, во втором прибавили в давлении, естественно, что пошли ошибки, и мы забили необходимые нам два гола. Могли еще забить. Действительно, повлияла ситуация, и еще раз видно, отчетливо видно, что мы должны своим специалистам доверять. Вот, это сейчас вот к сегодняшней игре готовили местные наши ребята, тоже не лыком шиты, нормально провели и подготовили команду, и качество было игры. Вот. Буньоткор славится своей академией, очень много ребят, тренеров академии достойно работают и в сборных командах молодежных. Почему бы им не доверять? Вот сегодня они доказали. Доказали, что и наши специалисты имеют качество, имеют готовиться к играм, умеют мотивировать ребят. Сегодня, честно говоря, я бы хотел отдельно респект команде Буньоткор, этим молодым пацанам, воспитанным в традициях. Вот так должен каждый клуб у нас в Узбекистане работать. Я, честно говоря, респект этой команде сегодня. Вот, поэтому Тора Дрис, Саль, Узгарышля Болда, ну, психологическом плане, конечно, ничего не давлело. Любая команда, кто играет с Наманганом, имеет преимущество в психологическом плане. Потому что проиграет Наманган, скажет, Новобахор сильный, да, ничего страшного. Выиграют, значит, они герои. Вот сегодня они сделали результат, за который можно их похвалить.